Язык классической логики с языком бытовой логики несовместим. Не делай, жди, не жди, делай. Кто прав? Кто выиграл суд сердца или кто выиграл суд логики? Черный квадрат – это хамелеон, ставший жертвой темных выгод. Черный квадрат – это бывший изгнивший рай на земле. Если любовь логична, это не любовь. В мире будильников и напоминалок не успеть на нежелательный поезд стало невозможно. Все сложится, если ты будешь складывать без калькулятора. Широкому человеку все пути узкие. Как только мужчина начинает размениваться, он остается в вечном поиске. Если любовь доходит до остервенелости, другая крайность, полное безразличие, неизбежна. Не устраивай курице разбор полетов, если ты у нее в духовке. Если девушка по гороскопу не рыба, ее не поймать. Построил глазки, построй ей дачу. Отношения – это не то, когда каждый тянет одеяло на себя. Хочешь любви – научись дарить. Куда бы ты ни шел, найдется тот, кто пойдет по твоим стопам. Кто прав, тот многого не замечает. Черный квадрат даже не подозревает, что всегда плавает в светлом контексте. Черный квадрат – это колесо истории. Черный квадрат – это хамелеон, который уживается с бессмысленностью нашего мира. Найди свою песню и будешь жить припеваючи. Нейросеть приближает будущее к дремучему прошлому. Нужен сыр-бор, плыви в бухту-барахту. Нейросеть способна на ошибки, мелкие или крупные, и только ум человека способен на чудовищно глупые ошибки. Если в кровати завелась женщина, не поможет ни одна санэпидинстанция. Душа без книг гниет, как стоячая вода. Выход без любви – тупик, а выход с любовью – утопия. Не каждое зеркало готово, чтобы в него смотрел гений. Наибольшие проявления низости встречаются на вершинах. Мало вылезти из ямы, надо еще подняться над ямой в душе. Окно в будущее человечества является окном в его прошлое.